Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, и это ФФА сериал аж на 8 человек. Если вы смотрите этот сериал не с первой серии, то рекомендую перейти к ней. Ссылка на весь плейлист должна сейчас появиться в верхнем правом углу. Белая круглая кнопочка с буквочкой I. Если там ничего нет, то у вас, видимо, отключены аннотации. Снова играем в вашу любимую Sid Meier's Civilization 5. Карта Пангея, и мне выпала Полинезия. Так как игра получилась длинная, то она разбита на серии. Надеюсь, выходить они будут через день или два после предыдущей. На этом все. Приятного вам просмотра. Видите, уже плыла трирема. Сейчас бы я запустил караван, достроил бы, и она приплыла бы и разграбила все. Кстати, мне надо побольше трирем построить, я ж могу по океану плавать, могу тут все открыть. Не использую. Да, где мои моаи, собственно? Во, в констракшн. Старик, ты убил своего же рабочего. Они только на побережье строятся, если мне не изменяет память. Кельт, мы же друзья, да? Это кто спрашивает? Сиам. Да, мы друзья. Ну, тут только если, вообще только все если от лагеря уйдешь этого под Виттенбергом, тогда точно друзья, вот прям 100%. Best friends forever. Так, а зачем Виттенберг? Ну, в смысле... Ну, лагерь под Виттенбергом, ты там копейщиком стоишь. Да, я знаю. Если не будешь лагерь трогать, тогда 100%, друзья. Так а почему так принципиально иметь в союзниках Виттенберг? Ну, мне веру хочется. Так а что, с лесов нету веры? У меня мало лесов. Да, тут уплывает трирема, и где тут лагерь, с которого она родилась? Меня только два вопроса волнуют. Так, вырос город. Значит, производство и производство. Немец, не хочешь ходов. Свою столицу? Так, сколько он будет делать? Да, уже не немец, ты давно меня захватил, пока он подключил. Потому что Ацтек уже не жилец, он одним городом сидит. Я думаю, Ацтек уже проиграл тем, что да, через начал традицию войну. Раннюю войну, причем он не захватывает меня. Ну, а что мне делать? Вот что бы ты делал? Съел бы что? Ты меня подселяешь, главное, клетки скупаешь, мне что? Смотри, я его подселяю, касается. А ты Спарту как поставил? Под мою столицу? Ну, извини, то, что я шел в твою сторону, я не знал, что ты там находишься. Откуда я мог это знать? Блин. Суровый тут. Ладно, вылечим. Виттенберг хочу каким-нибудь торговый путь отправил. Пока нет. Да, Сиам, прекращай думать, что за это? Так, три хода тут. Или пойти шведа посмотреть? Давайте шведа посмотрю. Все так плотненько, 164 и 177, то есть со второго по предпоследнее место небольшая разница.
11 ходов. Так, давайте-ка рабочего лучше. О, немец. О, Кайлас. Что-то Кайлас никому не нужен, я смотрю. Да. Ой, там кого-то порадовал. Сидон, что ли? Да, Сидон. Так, надо всем тут защиту пообещать, кого я нашел. То есть ацтек уже даже укрепил. Ну да. 50-й ход и религия уже укреплена. Прикольно. Сейчас я уже дорогу проведу. Все-таки три клетки нормально. Они будут золотишко приносить. Надо идти, наверное, уже обрабатывать алмазики. Но этого я отправлю. Сейчас он камни дообрабатывает, этим дорогу в Гонолулу. Откуда вот эта трирема появилась? Видите, тут нету никаких. Ладно, надо возвращаться. Потому что теперь уже может появиться тут какое-нибудь варварское поселение, и потом разбирайся с ними. Где тут шведские границы-то? О, тут еще ГГшка какая-то, да. Не пройти. Так, я не встретил, собственно, только ацтека, Венецию и Грецию. Больше три ремок. Или сразу после. Кто там выходит, заходит? Ну, отличненько. Жалко, что этот лагерь никто не хочет, чтобы я его разграбил. А мы тут, наверное, будем лучше этим лучником засвечивать, точно. Так, тут что за ГГшечка? Братислава. Ну, в общем, я так думаю, что шведа отсюда мне бояться не стоит вообще. Все выглядит так, как будто мы будем играть в развитие с вами. Так, поплыли алмазики. Обрабатывать. После констракшена можно философию. Как раз будут библиотеки везде построены. Ниндзя, я тебя люблю.
Чё, войну объявил Ацтеку? Мы с тобой похожи, я тоже себя. Ну чё у нас тут за голубизна пошла в игре? Давайте как-то это... помужественнее. Подожди, я же сказал, что я себя. А я не тебе? Блин, внутреннее море, тут вот кому-то можно было хорошо города... Ну хотя как хорошо, опять же, не очень тут много хороших мест, по-моему. Вот тут... Или тут уже оставить? Да, вот тут буду лучником стоять. Как раз все засвечивает. Ой, там уже меткалуки, борода. Нац тебе напоследок. Это типа размен стольными, да? Я только увидел, насколько упала столица Ацтека. И поржал. Да, тупая игра, ничего не скажешь. Почему же тупая? А самое, что не есть, берут, что ли, да? Я не могу ее по-другому назвать. Никакой стратегии, тупо, блин. Появился между двух, и что ты сделаешь, я не пойму. Ничего ты не сделаешь. Не переживай, там немец меня. А как насчет договориться? Ты ж ни с кем не договаривался ничего, ты просто сразу решил нападать на несчастного. Ну так он грека. У меня хлеб искупает, города ставят под мои границы. Какой-то договор. Я не вижу никакого договора. Я лучше будет такой конец, чем я буду между двумя играть. У-ху! На тебе еще. Теперь я уже могу Мауи по бережку расставить. Немец, а ты меня тоже заберешь? Да, забираю его, он решит вывозить тебе. Нет? Нет, конечно, зачем ты мне? Ну, я серьезно спрашиваю, я просто не пойму, ты с иронией или без? Без. Не, я не потяну, по счастью. Спасибо. Только войско, отправь я войско девать. Ты такой лапочка. Вообще не пойму, немца, что он настроил войско, что смысл их держать? Тут же захватил бы Спарту, там Афины, Афины, я не знаю. Ну, в смысле, да, я построил войско чисто для захвата вот одной столицы. Ну так, захвати Каринф и посмотри, там, да, какая там Петра. Так Петру уже увели, по-моему. Да нет, 55 нет. Так, кстати, у кого какое развитие? Еще надо глянуть. Традиция у немца, традиция у кельта. Воля. Я выжил. Просто посмотри на Афины, сколько у него жизни. Немец все правильно сделал, в принципе. Надо было еще раньше это делать. Я не пойму, что он так ему долго. Ждал, пока начнет падать хпшка. Все по стратегии сделано, все правильно. Я не знаю, там как можно было. Ну, на немца, если бы я бы на немца пошел, то на меня бы грек ударил. То есть, не знаю. А дипломатия, грек выкупает клетки, и я не хочу с ним вообще ни о чем договариваться. Ну, ты меня подселил, не я тебя подселил. В смысле, я тебя подселил? Я шел поселенцам, не видя, куда я иду.
Я пришел к Улуру. Если бы ты бы увидел Улуру, ты бы не поставил бы там город? Интересно, ну, не знаю. Ты же меня подселил, ты ко мне пришел, не я к тебе. Так, да при чем тут я к тебе пришел? Ты пришел. Сначала... Я увидел Улуру, я пошел к Улуру. Это логично. Нелогично не ставить. Не уважаемые зрители канала Халецкого, вы будете смотреть это видео и слушать этот бред, поэтому... Это не бред. Оставьте свое мнение в комментариях. Хорош. До свидания. Какое мнение в комментариях, если они не видят, что у вас там вообще происходило? Ну, ты же выложишь, они услышат это все. Бред. Что какой бред? Если ты увидишь Улуру в столице, ты не поставишь Улуру? Это бред, да? Они услышат, что ты меня подселил. Бред не ставить, блин, у реки. Вот не, что. Ну понятно, что вы там друг с другом близко находитесь, и все. Вы никак не смогли договориться, вот. Ацтеку не повезло. Ацтеку не повезло, что он между двух находится. Кстати, а рядом с греком, кроме Ацтека, еще кто-нибудь есть? Ну... Я же говорю, поскольку он пришел снизу ко мне, потому что я тут в углу как бы нахожусь, то, скорее всего, там внизу него просто огромная пустая равнина, да, нет, что-то да, там, территория. Там море, какой там, там не куча территории, там море внизу. От немца, видимо, слева там кто-то есть. Ну, в принципе, если бы он бы поднакопился, он мог бы и немца бы ударить, но я не думаю. Я просто не знаю, кто там слева от него. Ну да, немножко то, что вот я Улуру увидел, я так бы далеко бы не ходил бы, а вот из-за этого Улуру я так поставил город. А кто около Братиславы долбит лагерь варваров? Я. Меня слышно? Да. Но я могу его забрать. Как тебе такой поворот? А, да? Нет, не хочешь, чтобы я его забирал? У меня с деньгами проблемы, так что я пытаюсь его взять. Ладно, всем пока. Удачи. Спасибо, удачи. За игру. Спасибо, пока. За игру. Спасибо. Да, спасибо за игру. Так, а я в самый ответственный момент пошел. Что, собственно, произошло между ацтеком, немцем и греком? Большая любовь. Немец захватил ацтека. А то есть сейчас ниндзя у нас вырывается? Ну да. Нет. Ой, да кого ты обманываешь? Все же знают. Ниндзя, ты ж традиционник, правильно? Редиска. Я эту коляску 3 минуты назад увел. Блин, а я думал только что вздохну спокойно, перестану армию строить. Что, ниндзя все-таки напал на... Да. Ты больше его слушай, когда он тебе рассказывает. Не, так я же серьезно у него спросил. Что ты серьезно? Я поверил. Слушай, ниндзя, он же тебя серьезно спросил. Что ты... Почему ты ему правду не сказал? Я даже не знаю, что на это ответить. Ну ты ж, блин, Реал, меня просто поражает. Сначала рядом с тобой ацтек, ты думаешь, он на тебя нападать не будет. Потом немец, который захватил ацтек, у которого есть армия, куда он ее... Ты реально думал, что он ее просто оставит мариноваться там где-то у себя? Так, ну я второй по армии, немец первый. У нас разница 3000, поэтому все нормально. Отстанет моего скаута, он бедненький, несчастненький, бегает. Кыш нечистая. У кого там вода журчит? Сделайте по кнопке активации. Владеет кто-то магией, сделайте воду по кнопке. Михаил. Михаил, это у тебя журчит. Надеюсь, он не в туалете. Я здесь. У тебя там вода журчала.
Это Силька. Так. А кто основатель католицизма? Ацтек. Да, злюка не лезет. Интересные тут, конечно, места. Вообще я тебе продам рабочего. Да, злюка ты, фу. Противно. Убивает маленьких греков. Посмотри, какая у меня доска тут вообще ровная. Это ж кошмар. Я ацтек на этой доске пошел в традицию. Откуда он собирался молотки брать? Это видео традиционно вышло при поддержке 2GIS. Странно, что многие думают, что 2GIS это просто навигатор или карта городов. Нет, там много полезной информации. Например, думаете, в какой ресторан отправиться? 2GIS показывает отзывы из Foursquare и Flampa, чтобы вы сделали правильный выбор. Так что рекомендую зайти на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачать приложение для вашей платформы. Ну, всем впереди пошел Библу. Взял. Постепенно мы его должны догонять, конечно. Хотя, с другой стороны, мы не знаем, какая у него там территория. О, минус 8. Слушайте, может, у него там 3 города всего. О, немец тоже у меня толка. Редиска. Кыш отсюда. 21, 37. Ну, по идее, эта армия у меня есть. Если что. Ого! Ого! Ты как так походил? Вообще надо идти и мониторить тут в сторону. Если он колясками прибежит, ся, ну, знаете, мало ли что там в голове у человека, как всегда, вынести Халецкого. То есть я не вижу Сяму, например, смысл вот сейчас мои города захватывать, но береженого Бог бережет. Ему мои города как-то не в тему. О, Венеция. Блин, так. Сколько у тебя воинов, а? Мне осталось найти, собственно, грека. Откуда ты вообще приплыл? Ну, из океана. Я ж... Полинезия. Да я вижу, что он на клетке океана стоит. В смысле, сверху, там, сбоку. Офигеть, тут колясок. Для тебя слева получается от тебя. Я сколько? Я сейчас не путаю, я хочу, чтобы он думал, что я вот отсюда приплыл. Слева от меня только море. 5 колес. Да, по океану. Что это Венеция строит? Прикольно, пустой лагерь стоит. Но он же еще не открыл. Самарканда. Никого нет дома. Блин, он открыл. Колосс. Венеция, ты меня пустишь сплавать войной? Вверху. Он, наверное, колосс строит. У меня караваны плавают, к сожалению. Давайте-ка мы ему войну объявим. Попробуем. Никогда. Нет, пробежать можно. Его отвадить от колосса. Пощади, Афина. А ты к северу разведал? Там есть проплыв вообще к северу, через север? Или там льды? Там все есть. Кто-то оракул построил. Швед. Но у него явно караваны куда-то сюда бегают. А, нет. Ну тут я исследовал, тут ему некуда пускать морские караваны, если мы про морские караваны говорим. Блин, живет у меня колосс. Афина живучий вообще. Немец, ну иди, отстань от меня. Ну потом меня арбалетами заберешь. Ну дай мне чуть-чуть хотя бы покликать. Покликать на Венеции. Гадить.
Вот эта фигня. Я перепутал кнопку. А, вот он, где хозяин лагеря лазит. Ну, вроде не видно армии Сиама. Немец. Ну что, ты обиделся, что ли? Да. Ну подумаешь, всех воинов расстрел. Захватывать нечем. Ну отстань от меня, ну в натуре потом этими арбалетами заберешь. Че это у меня Тонга? А, я вырубил джунгли тут. Тонга голодает. Блин, ты чё, ещё гонком засоюзил? Что, он пустил все наземными, ну, что ли, караваны? Из Венеции. Странно. Вот тебе. Кельт, предложение. Да-да-да, я изменил немного. Не, пока Майя не будет. Поговори с ним. Что ты хочешь? Ну отстань от Афины, а? Ну отдай мне Афины и все. Ну вот Спарту забираю, Афины не оставят мне. Блин, ладно. Давай Спарту. Давайте лучше откроем Нацколледж, а потом уже... Не успею я колоться из-за того, что... Венеция, у меня тогда еще не приплывет флот, чтобы его... атаковать. Но это колосс. Тут больше... Хотя, может, это мавзолей? Просто в воде он появился. Блин, так все непонятно. Точно мавзолей. Так, возвращаемся к колоссу. Конечно, блин, главное, я вам делаю... видео, да, рассказываю, как выглядят чудеса. Я вспомнил, что сейчас, только сейчас я вспомнил, что колосс такой, он как и колоссы выглядит, только в лесах. Немец, похулиганил и хватит. Уходи. Ну какой копейщик, ну что ж ты. Что Венеция... Чем его убивать? А, во. Так... Приятное. Зачем? Венецианец не убрал разведчика, да? Нет, он не убрал... Нет, он мои караваны грабит. Да. Че, у меня там больше не плавает? Не убрал караваны. А как я тебе их уберу? Ну ты ж там все видел. Ну что, думаешь, я упущу случай 200 золотых? Там вроде 300 за морскую, нет? 200. Немец, ну зачем тебе эта плоскодонка? Доска, два соска, все, смотреть не на что, уйди отсюда. Меня устраивает. Нет, ну ты традиционник, ну куда тебе? Да буза такая. Блин, два хода еще. Без счастья. Так, а что у меня города хотят? Вино и мрамор. Что тут у моих соседей? Блин. В этом плане есть. Соль у них. Действительно ниндзя с солью.
А ты опять коляску? Ну, сколько можно? Этерны, а у тебя еще один мрамор будет? Нет, только один. Короче, кто хочет на сахар чего-нибудь поменять, кроме ниндзи? Меняю самого ниндзю. На все что угодно. На мир и спокойствие. Кто там сосед у немца? Ударьте ему там по столице. Она ничем не прикрыта. Там храм Артемиды, по-моему, стоит. Все, походу, следующим ходом прощаю мои Афины. Это же хорошо. Привел своего копейщика несчастного. Чтоб он там спотыкнулся где-нибудь. Он на вине стоит, пусть напьется. До белой горячки уйдет во свояси. Ну что там, Михаил? У нас война. Абрахам Линкольн. Есть у вас там двойные ресурсы какие? Будут? Нет. Никто не хочет со мной счастьем меняться, прикиньте. Так, ну и ладно, я тут уже обработаю. Так. Ну! Нет! Где-то через 4-5 ходов еще двойная слоновая кость появится. Ну, в общем, я на сахар готов менять. Угу, хорошо. То, что Венеция построила... Блин, ты там понаприводил. Мавзолей вместо колосса меня удивляет, честно говоря. Это ж колосс. Важное чудо. Именно для Венеции. Сейчас еще проверю. Он, конечно, мог обмануть, что у него тут больше караваны никакие не ходят. Эти София есть. Явно друг. Мне, короче, можно медаль в отвагу давать уже. Согласен. Посмертно причем. Да я думаю, у нас тут с тобой надолго. Я же говорю, давай мир, потом меня заберешь арбалетом. Ну, вы у нас надолго, а вы видишь, походу. Сиам, меня слышно? Ну, мне тебя слышно. Не знаю, слышно ли Сиаму. Сиам, нужна моя религия? Это кто говорит, ацтек? Сиам, я тебе свою принесу, не надо с ним. Это швед говорит, у меня просто на лагеря есть... А у меня на мечети есть. То, что давайте надо для шведа. Принесу. Да, на лагеря мне было бы выгодно. Ну, в принципе, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Тут уже попахивает звездой героя Греции. Согласен. А какой у нее запах? Оливок? Немецкий. Чувствую, что немец обгребет. Давай, это мое предложение тебе царское. Не, нападай. Нападай, шутишь? Прикинь, какую я ораву отбил у тебя. Посмотри, у меня армия вообще последняя. Хорошо, что там. Сколько там было? Грек развлекается. 4 воина, копейщик и 6 или 7 колясок. Так, я тут плаваю, чтобы не пропустить венецианца случайно к себе. Венеция, а все караваны выпускают, ты не против? Не против, могу и тебе попускать. Давай. Тем более тут их Леша грабит. Пускай ко мне, я к тебе. Ниндзя, принимай мир.
А ты водные будешь пускать к нему караваны? Да, но у меня тут три ремы. Я буду пускать в ближние города. Ну а ты в курсе, что у меня три ремы по океану плавают? Серьезно, что ли? Ну да. Вообще-то, да, он так и приплыл и разграбил. А полинезийские триремы, что ли, по океану плавают? Вообще любые юниты по океану плавают. Сейчас, я думал, только сухопутные юниты. Лол. Он приплывет ко мне голиасами и заберет. Мне Алматы юнит подарила. Мне подыгрывают. Вообще, конечно, территории дохрена, откровенно. Тут можно было в расселении играть. А вы еще голосовали за Ленинское море. Ну. Поторопились. Я помню, Халецкий ставил плюсик за Ленинское море, так что не надо. Да. Все ходы записаны. А, блин, я еще не открыл. Ниндзя, ну прими мир, а. У меня даже амбаров не стоит. Ура. Я выжил. Ниндзя там сидит такой злой и строит меткалуки. Ты не представляешь, насколько. Прикинь, полудохлые Афины там отбились от тебя. Я неправильно поступил, потому что мне нужно было, чтобы отстег взял их, а потом уже напасть. Ну, не напасть, а захватить его, я захватил его, и войска его не сдохли. Не, ну как, ну я думаю, ты же думал, что если отстег возьмет... Не, на самом деле, я отстега тоже разбил, поэтому он бы не захватил. Эти кельты там, как у него полудохлые, и больше ему захватывать нечем было. Я как раз скаута добивал в тот ход, когда ты у него... Ну, короче, когда ты напал. У него одни лучники оставались. А, у него 4 города. Я так же, как у тебя, как бы всех воинов перебил ему и все. Так, после колосса. Не понял. Почему я не могу строить нацколледж? Я же его вроде открыл. Ветераны военных действий. Блин. Вот это переключение постоянно из-за лагов. Слава богу, что мне его не надо сейчас строить. У меня еще колосс тут 3 хода, так что норм. Спасите грека от немца. А зачем ему 2 столицы? Так, не появилась там еще слоновая кость? Я у немца видел слонов. Я с ниндзя не буду торговать. Почему? Правильно. Ну, у тебя явно там проблемы со счастьем. Нагресса. Блин. Но я просто разграбил ему территорию слегка. Поэтому у него несчастье. Плюс он еще, наверное, в Теночтитлане еще не построил суд. Так. Тут нацколледж, а в этом городе давайте-ка уже осела. Потом Колизей. Блин, территория такая, тут он еще... О! Блин, что-то немец ты с неожиданной стороны оказался. Я думал, ты в другом месте вообще. Ты кого нашел? Берлин или... Ну, я не знаю, границу я его просто нашел. Или Гамбург. Я не знаю, какой это город.
Наверное, Берлин это, да? Нельзя, это Берлин? Это Ацтека. Берлин не Ацтека. Это Ацтека? Да. То есть у него тоже соль была? Да. А, я понял, дед. Ты рядом со Спартой. Так, мне надо сюда сплавать триремкой. Какую-нибудь. Где ты? Ты все еще не собираешься мириться, Леша, там, столичками обменяться? В смысле столичками обменяться? Ну, посольствами. Зачем? Я знаю, ну, где ты. Зачем мне тебе давать посольство? Ну ты же хочешь, я знаю. Прям нет. Желание явное у тебя. Вообще нету. Буду. Венеция меня в один ход увела колосс. Нормально? И хочешь, чтобы я с ним мирился? Венеция, это твой колосс был? Ну да, надо же какой-то торговцы брать. А Ацтек далеко от Кайласа? В смысле, Ацтек далеко от Кайла? Ацтека уже нету вообще. Бывший я город, ты имеешь в виду Ацтека? Ну да, но не получается, знаю, я думал, вверх, есть просто... вверх и вправо, если пойдешь. Ага, то спасибо. От Кайласа примерно раз, два, три, четыре, пять, шесть клеток от Кайласа вверх и вправо. Ага, отлично. У меня просто на F8 все еще висит иконка Ацтека, я подумал, что он есть. Так, где ты соль там увидел? Наверное, все-таки возле Берлина. Чувствую, как зло собирается на землях Мордора. А вот черные границы Мордора. Не думаю. Просто про фашистские вкусы. Сэм, хочешь оборонку заключить, когда ты выйдешь в рыцарство? То есть я зря великой библиотекой брал... драму и поэзию. Черт. Ну так хочешь, нет? Так расскажи, зачем ты брал драму и поэзию великой библиотекой все-таки? По-моему, так никто и не уловил себе. Ну да, я, честно говоря, тоже не до конца понял, зачем я это сделал, но так. В принципе я не особо собирался брать какие-то военные технологии, потому что, ну, как бы я слишком далеко от того, чтобы воевать с кем-то, и мне это не надо, у меня еще есть место для расселения. И, в принципе, руководствуясь только этим, я просто хотел, ну, потратить, что ли, не знаю, бесплатную технологию на самую дорогую. Так драма и поэзия не самая дорогая. Просто обычно берут либо философию, либо обработку железа, либо еще можно математику, типа, и построить. А, ну ты вообще в волю пошел, тебе математика не нужна. Просто драма и поэзия, ну, блин, драма и поэзия дешевле, чем философия. У меня просто, к сожалению, философия тогда не была открыта, я просто в мореходство не заходил, потому что, ну, у меня нет вообще городов на воде. Мореходство не нужно для философии. Билл, да наврал мне, что ты туда не посылаешь караваны, да? Нет, там нет каравана. Да, я вижу. Ты думаешь, там я не проверю, что ли? Проверяю. Ну, или календарь, ну, в общем, какая-то из этих технологий мне не была нужна. Поэтому я... Ну, не была тогда уже доступна философия для открытия.
Этерны средневековья вышел. Разведчик мордорский тут стоит. В гильдии? Нормальный там разведчик. А кто-то еще вышел в средневековье? Кто-то кроме Этерны еще кто-то вышел в средневековье? Я не первый вышел. Да, просто кто-то в гильдии, а кто-то в теологию вышел. Интересно. Да, в гильдии вышел Сиан. Ясно. А Кель, а ты, значит, вышел в теологию. Да. Тебе прям, ну, так религия нужна, я смотрю. Прям так тебе это... Да, хочется Барбадур построить. Всем раскидать туда-сюда. Могу даже тебе принести. Ну, я пока воздержусь, если ты не против. Как скажешь. Вон на Венецию распространить. Я думаю, туда, туда пойду сразу, да. Немца не остановите. Уже. Я просил здесь что? Я в свой второй город, ну, как бы... Так, ну, я просто так сейчас вот смотрю, Берлин, Теночтитлан, как стоят, потом ты возьмешь Афины, у тебя вообще города будут по красоте стоять. Сям, это стоят, армию не будет, но я уже не разовьюсь, но не успею догнать их особо. Я не наращиваю. Или я это воспримал как агрессивные какие-то намеки с твоей стороны? Мне просто союзники давят. Стандартная такая отмазка, классика. Ну да, Сидон подарил просто. Билл, а чё ты, Катманду переманил, а не Софию или Милан? Какой Билл? Ой, а я их позже открыл. Я Билл сказал, Билл. Билл. Просто вообще первый бибик, который я нашел, это была София. Ой, фу, почему я говорю, Катманду. Сказал бы ты это мне, про не разобьюсь. Ну, красиво тут. Я только амбары строю. Не, ну с такими лагами нельзя играть. Сидон. Не, ну ты не ты бы не успел обстрелять эту трирему. Я же ее сразу поставил и сразу убрал, типа. Тут не в лагах дело. Ну, тут я на хаткее был. Ну, какая разница, я сразу поставил и сразу нажал убрать. То есть ты не мог среагировать быстро в любом случае. Зато у немца теперь религия. Три соли. Два флотка. Ну чё, Венеция, сколько ты мне заплатишь за мир? Да нисколько. Да? А чё, вы воюете? Ты жадный. А чё, ну ты уже разграбил караваны, с тебя хватит? Нет, так я ж не буду тебе мир предлагать просто так. Мне, по-моему, выгоднее стоять, ждать, пока ты... Будешь еще морские караваны пускать, а ты не будешь, типа я ты не, будешь. Буду. Ну так вот, это ж наоборот тебе в минус в развитии. Но у меня тут много еды, как бы. Моли о пощаде смерти. В общем, тут еда. И нужно ж еще и золото. Ой, да, нормально, короче. Это не проблема, можешь даже уплывать спокойно. А потом приплывешь, там морские караваны, опять все разграбишь. А сейчас тут нечего ловить. Ну, только если ты голиасами не приплывешь. Так, а почему этот Берлин нашли, ну, немца в смысле, а грека не нашли? Вот ну, он видимо, плавает. За ним. Так, видимо, подплыли со стороны Гамбурга. Раз меня не увидели. Ладно, поплыву тогда отсюда. Немец, а ты когда на меня планируешь нападать? Я. На меня. Но это уже честно. Когда? Да?
Когда планируешь еще раз? На арбалетчиках, это уже честно. Эх, печаль, так сказать. Ну, сейчас ты сильнее меня, поэтому нет смысла. Понял, как один гейтар как зарешал. Оп, шлеп. На самом деле, просто мне повезло, что у меня лучников было до хрена и колясок, которые перебили всех твоих воинов, и тебе захватом было нечем. Ой, блин. Сям, будешь дружить? Ребят, не дружите со шведом, вы чё? Вы чё? Не, ну это взаимовыгодно. Ну как взаимовыгодно? У шведа будет плюс 50%, а у тебя только плюс 10%. Ну, если ты первый подружился с ним, потом уже можно остальным говорить. Не дружите со шведом. Ну, я с ним не дружил, а подружился с Сиам. Ну, у нас такой Южный Союз. Если что, я проведу к нему дорогу и буду помогать. Может, попробовать религию заполучить? Почему нет? Не помешает. Мне бы не помешал с кем-нибудь союз. Зачем? Я ж не буду колясками отбиваться от арбалетчиков. Если лучниками от метки лучников я еще отбился. Кстати, гоплиты какие-то мягкие оказались. Их пару раз плюнули, они развалились. Тем более, мне кажется, что все-таки мне выгоднее дружить со Швецией, потому что у Швеции только одно чудо дает очки великих людей, а у меня фактически три чуда дают очки великих людей. Ну и плюс одна там еще типа о гильдиях писателей. Поэтому мне кажется, что это выгодно будет. В принципе, да. Так, кто еще хочет конюшни дружить? Венеция, давай дружить. Да, давай, я не против. Швеция, ты успеешь мне свою религию отправить? Потому что мне кажется, что здесь религия кельта будет очень влиятельной. Ну, мне, просто, нужен этот пантеон на еду дополнительную к лагерям. Это было бы очень неплохо. О, вот, тут еще и отличился. Пойду искать другие цивилизации. Я буду верить, что они подобрее. А, Леша, могу ли я селиться южнее Ганалулу, вот здесь, где пустыня, нет. Овцы, сахар? Нет. Нет? Нет. Да селись, что ты его спрашиваешь? Селись. У него все внимание под моей столицей ждет караваны. Все внимание? Конечно. А тут уже хопа, подселили. Ну там Сиаму. Потом еще и наказали. Там Сиаму будет просто сложно, если я решу этот город захватывать, то ему там сложновато будет оборонять. Он получается так внутрь моей территории. Денег дофига, может прикупить. Блин, мне вот надоело в мод играть там. Думал, наконец-то поиграю в старую добрую цивилизацию. На Пангеи, на обычной. И тут такая лажа. Сидишь и ждешь своей смерти. Развивайся, что ты. Слушай, Крит, а у тебя за тобой ГГшек нету там? Не, за мной только море. Ты видел Афины? Вот это единственный холмик, который у меня есть вообще в округе. На нем стоит Афина. Причем это железо. О, а тут тупик, оказывается. Короче, я в самом углу карты получаюсь. То есть справа от немца никого нет.
только я и море. А все, получается, слева. Я не понимаю, немец, ты меня наврал, что это был бывший город Ацтек? Конечно. Ты подплыл к Гамбургу, насколько я понимаю. Я не подплывал, я... Ну, только Гамбург на море. Да я не подплывал, я сушей пришел к нему. Это значит, город, значит это был Берлин, потому что мы в Берлине соль. Соль и сверху пшеница. А, правильно? Значит, это Берлин, да. Если я город поставлю вот здесь у горы, рядом с лучником твоим, это не приведет никаким серьезным последствиям. Серьезно? Справа от лучника, что ли? Ну да, да, да. То есть на клетке справа от лучника, да? Да, справа от лучника. Ну, ставь. Серьезные последствия. Подумаешь, там столицу потеряешь. Какие последствия? Как он столицу потеряет? Тут тебе точно так же на него нападать не очень. Ничего, я тебе... Пока ставь, развивайся, там, здание строй, я потом артой заберу. Подумал Лёша и разрешил поставить город. В теологии уже двое вышли. Сейчас будет гонка, видимо, за Айю Софью. Ниндзя, а ты зачем в гильдии... эта София нужна вообще, если вера уже есть и все? Ниндзя, ты в гильдии вышел? Барабудур важнее. Куда? В гильдии? Да. Да. Врёшь. Разве я тебя обманывать буду? Ты уже это делал. Да хоть кого-нибудь я в этой игре обманул. Я ни точнее, разу не успел обмануть. Ни разу не слышал, чтоб ниндзя кого-нибудь обманывал. Ты мне сказал, не будешь меня забирать, а сам напал. Редиска. А я расслабил булки и стал там амбары. Не, ну это как раз таки случайно вышло. Случайно напал. По инерции шел. Теночитлан забрал. Зараза. Юмореска, да? Так, это что за баги? Почему у меня великий торговец только плюс 1 очко? А, нет, показал. У меня опять один ход оставался до амбара. Я не пойму, ниндзя, ты что, только одним городом тоже играл? Где твои? У меня один город только, и я захватил... Да ладно, не надо мне раз все, тихо. Гамбург. Вот, Гамбург. Где у тебя Гамбург-то? Потому что где так города получается как-то так? Я его на острове поставил. На распашонку так. Он на острове стоит, чё вы? Да, слушай, я, конечно, не знаю, насколько близко Теночтитлан к греку, но он и к немцу очень близко. Я не знаю, как-то мне так ацтек пришел, что он... Нет, вот... Теночтитлан за горой от Берлина. Ну и что за горой? Но все равно это близко. Блин, тут обойти эту гору раз, два, три, четыре, не пять близко. Клеток от Берлина. Этот ацтек появился там, где Гамбург сейчас стоит. Да, вам тут не свезло, вас тут очень, очень рядышком кинуло. Не свезло, это мягко сказано. Особенно в моем случае. Третья война уже за греческие земли. Да уже поддал бы и не это. Третья пуническая, да? Ну да. Минус воин. Он там отличился, понимаешь. Юнитиков понадстроил. И с новой силой сейчас попрется. Так, мне надо посмотреть. Мне вообще вино надо и мрамор. Может, у кого есть? Да смотри, как я тебя... А как через тебя пройти, чтобы остальных найти? Это Швеция спрашивает? Не-не-не, это тебя спрашивает Венеция. Уйди. Ну, Сиам, я в таком случае тут у меня есть южнее Сукотая, такой проход снежный. Ну дальше что, куда? Право? От тебя? Да, просто направо, там через Вильнюс...
Тогда вы найдете Швецию, ну и дальше уже от Швеции. Все, спросите. Василий, спасибо. А где немец находится? Такого не нашел. Спросите его, Леша, он его нашел. Он находится либо, грубо говоря, справа от меня, либо сверху от шведа. Алёша, убери, пожалуйста, лучников. Мне просто нужно дорогу построить. Вот так. Да он ко мне их не делает. Четыре коляски, два копья. Построил, а? Редиска. Спасибо. На этом пока все. Продолжение смотрите через день или два. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.